Добрый день, друзья. Еще одна биметаллическая монета. Монета Мексики номиналом 10 песо и года выпуска 2012. Материал монеты биметалл, центр медно-никелевый сплав, кольцо латунь, гурт монеты рубчатый, отношение аверса к реверсу монетное. 180 градусов, вес 10,33 грамма, диаметр 27,95 миллиметра, толщина 2,3 миллиметра. Отчеканена монета на монетном дворе города Мехико в Мексике. Называется монета «150 лет битве при Пуэбле». Это сражение начального периода франко-мексиканской войны, которое произошло 5 мая 1862 года в городе Пуэбла, и победу в котором одержали мексиканцы. В 1861 году в ответ на отказ Мексики расплатиться с ее долгами, Великобритания, Испания и Франция послали войска в Мексику. Прибыли они туда в январе 1862 года. Мексиканцы договорились с англичанами и испанцами, которые отозвали свои армии, ну а французы остались, таким образом начав период французской интервенции в Мексике. Император Франции Наполеон III хотел обеспечить французское господство в прежней испанской колонии, поставив на престол своего родственника. Но, будучи уверенными в относительно быстрой победе, 6500 французских солдат двинулись в направлении на Мехико, чтобы захватить столицу. Перед тем, как мексиканцы смогли бы собрать боеспособную армию, и во время марша на Мехико у города Пуэбла французы столкнулись с ожесточенным сопротивлением малообученных, но смелых патриотов под командованием генерала Игнасио Сарагосы. Кстати, вот портрет этого генерала и изображен на этой монете на переднем плане. Произошло это сражение 5 мая 1862 года. У мексиканцев было 4500 солдат, то есть их было меньше. У французов 6500, даже по некоторым данным и побольше. Гораздо более лучше вооружены были французские войска. Но, однако, подвижная и ловкая кавалерия Сарагосы смогла остановить французских драгун, тем самым защитив от них мексиканскую пехоту. Отделив драгун от главного места сражения, мексиканцы разбили французскую пехоту, ну и вторжение было остановлено. Вот слева у нас на дальнем плане фрагмент этого сражения показан. Видно не очень хорошо, но видно. Вот, несмотря на то, что генерал Сарагоса выиграл сражение, войну он все равно проиграл. Французский император после получения вестей о неудавшемся вторжении немедленно послал другую армию, на сей раз в количестве 30 тысяч солдат. Ну и в 1864 году они одержали победу над мексиканской армией и заняли Мехико. День битвы отмечается в Мексике как праздник, 5 мая. Происходит в этот день около международного аэропорта Мехико инсценировка битвы в этот день. В общем, мексиканцы вспоминают и выпустили вот такую вот монету в 2012 году. Надпись: 150-я годовщина битвы при Пуэбле, год 1862-2012, номинал 10 песо внизу.
На аверсе у нас герб Мексики и надпись Estados Unidos Mexicanos. Стоимость данной монеты составляет в районе 200-250 рублей. И очень большая. Но по тиражу не могу сказать, какой тираж. Данные я не нашел. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки.